Я говорил, что местные животные здесь вообще пофигистые. Вот он, яркий пример кота-пофигиста. Например, вот этого. Просто с ним все фотаются. И он сидит. А, он мурчит еще при этом. Композиция вот эта. И вот все фотаются, и он тут. Вот с кого надо брать пример. Это вот с вот этого рыжего пофигиста. А, суперский какой, суперский. Он клевый, бесподобный. Фотографироваться? Куда ты полез? А если не будет кота? Отстань кота, пускай он сядет. Это то, о чем я говорю. Тут все эти животные, они очень своенравные и самостоятельные, да. Трогай кота, просто возьми его и трогай. Класс. Вчера, еще 2 недели назад. Лизайки давай. Сейчас, ты тоже ж котик, да? Татьяна с другой стороны фотографировать. Чего? Ты не хочешь этого котенка себе взять? Так он же тут живет. Кис-кис, стой. Глянь, какой огненный и самостоятельный. А, блохастый. Блохастый. Тайна, почему пальма растет только сверху, раскрыта. Снизу их подъедает утки. Ну да, есть чуть-чуть. Не спорю, даже я с тобой. Уточки. Нет, ну вы только посмотрите. Уточки под пальмой. Вот они прямо. Вот они. Вот они. Вот они. Вот. И они вот так вот. Вот так вот делают, и вот так вот они свистят, и им вот так вот делаешь, они вот так вот клювиком. Ну, короче, тут я не знаю, тут впечатлений просто. Местные животные, это что-то с чем-то. Да? Ты местное животное?